Всем привет, с вами Стив Про. Сегодня я покажу мод, который добавляет статус брони для Майнкрафта Pocket Edition. Так, он будет в мире. В сундук я засунул два вида брони, чтобы вам показать, как работает данный мод. Для этого нам всего лишь понадобится одеть эту броню. Так, на нашего персонажа. Так, как видите, вот у нас начала показываться броня. Что-то она маленько багнутая. Неправильно показывает шлем и штаны. Ну ладно, давайте попробуем надеть алмазную броньку. Там, как видите, у нас опять начали целоваться баги. Вместо алмазного шлема у нас кожный шлем. Вместо алмазных штанин у нас... Так, вот опять все равно баги. Давайте попробуем вот так. Вот, как видите, если мы одеваем так, то у нас все хорошо. Ну, на самом деле мы одели алмазные вещи вместе с кожаными, а показывается он так. Ну, конечно, как видите, это только первая версия. Наверное, это все исправит. Это очень классный мод. Все-таки это мод. Кто-то пытался что-то сделать. Ну вот, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.